Всем привет, дорогие зрители. В районе Махмутлар продается двухкомнатная квартира 1 плюс 1. Проект только сдан в эксплуатацию. Тут огромная территория. Состоит она на данный момент из двух блоков. В том земельном участке построят еще один блок. После того, как начнут строить этот проект, может займет год, дадут технический паспорт на все квартира Искян, которая называется. На данный момент Искянов квартир нету. Итак, здесь есть вся инфраструктура открытого бассейна, да, открытой парковки и тому подобное. Сейчас не могу снять, потому что они его не доделали до конца. Сдали просто проект. Один большой балкон. Квартира не проблематичная, так что если вздумаете покупать, то покупайте. Искян по-любому получите. Может занять год, может занять полтора года. Заранее говорю. Вот такой проект. Из двух блоков она состоит. Расстояние отсюда до моря, ну, тысяча метров. Отсюда 200-250 метров до Ататюрка. От Ататюрка где-то 570-590 до Барбароссы, до дороги. Со всеми поворотами километр до моря. Здесь строится Екта Кингдом проект люксовый, из которого стоит 1500 квартир. Тоже не знаю, в 2024 году достроят его. Наверное, поживем, увидим. В 2023, может быть, конец. Огромная территория. Эта территория у вас не закроется. Теперь огромный балкон. В будущем можете застеклить. Сторона южная и немножко западная. Но чисто южная, потому что она посередине. Квартира продается под ключ. Девятый этаж. Кондиционер фирмы Airfield. Мне они нравятся. Хорошая фирма. Так, балкон был грязный. Бытовая техника фирмы Luxel. Ancastre Set у них называется. Altus. Холодильник Vestel. Стиральная машинка Altus. Вот. Потолочки тоже покажу. Телевизор Onova. Есть прихожая. Шкафчик. Итак, сюда. Но они стиральную машинку надо сюда поставить, а туда купить посудомойку. Они не купили посудомойку. Итак, стоит проточный водонагреватель фирмы Veito. Тут душевая кабинка. Инфраструктуру на данный момент я не могу снять, поздновато. Кого заинтересует, могу отправить фотки. Спальня где-то 12 квадратных метров. Спальня хорошая. Даже для вас отмерю. Так. 13 квадратных метров, дорогие зрители. Не могу показать. Ну, давай. Аппарат. Вот 13 квадратных метров. Так. Вид отсюда на проект Serenity. Тоже алюминиевые окна, термопакет. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 100 тысяч евро без торга. Пишите, звоните. Плюс 90-555-064-9110. Также есть два лифта. Всем пока-пока.